Потужним штормом, що змітає все на своєму шляху, рветься до перемоги гурт «Домінатос». Ребята, вы знаете, я еще не слышал, что так долго хлопали люди кому-то из участников. Мы вообще в шоке, что было 4 «да», когда первый раз пришли. Потому что мы взяли песню такую, чтобы показать, какие мы есть. Не взяли балладу какую-то, а взяли такую. Самую тяжелую там. Это реально круто, то, что мы прошли и добрались до этого этапа. Если нас принимают такими, какими мы есть, мы меняться не будем, и мы отсюда же уедем такими же, какие мы. Как красиво развиваются ваши волосы, пацаны. Ты готов вести свою банду, стаю, свой коллектив дальше к прямым эфирам? Все, теперь я вижу, что готов. Ну тогда, ребят, что, бегите, удачи. Давайте, бомбаните, как в последний раз. Хорошо? Счастливо. Ребята, что вы подготовили сегодня? Бон Джови, угадайте, какую. Я не знаю. It's my life. Я у них был на концерте когда-то с диджеем Пашей. Я ему говорю: Паша, какая длинная песня? А он говорит: так это уже третья. А они нон-стопом играли. Так что я Бон Джови как-то так к ним очень спокойно. Вы будете садиться, да? Да. Садитесь. Раз себе говорю не хлопать, а то я один как дурак хлопаю. Ребята, вы мне, вы знаете, все больше и больше нравитесь. И сейчас это было очень легко, вы очень хорошо спели. И я как-то так переживаю за сегодняшний выбор. Все настолько разные, понимаете? И абсолютно понятно, как вы можете дальше продолжать борьбу. Мне так сложно. Ну идите, ждите. Окей. Вы очень хотите пройти, да? Все хотят. Хоть бы кто-то взятку предложил. Знаешь, это какая-то передачка. Вот все не про меня. Вот, знаешь, тут было слышно только трубы и его.